В Преображенском соборе состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Люберецким благочинием Подольской епархии и управлением по работе с молодежью городского округа Люберцы. Плодотворное взаимодействие между благочинием и управлением по работе с молодежью продолжается много лет. Нынешнее соглашение позволит существенно расширить сотрудничество в социально-просветительской сфере, а также реализовать совместные программы и проекты. Те основы и каноны, которые закладывает Русская Православная Церковь в формировании здоровой молодежи, которая потом встанет, конечно же, у руля нашего государства, это большое подспорье в нашем общем большом деле. Поэтому совместно работать, трудиться, обмениваться потрясающим опытом, основами духовно-нравственной жизни – это большое действительно для нас благо. Молодежная политика в рамках государства – это духовно-патриотическое воспитание, прежде всего. Соглашение дает нам более тесное не только общение, но тесные труды. Пасхальный фестиваль, который у нас ежегодно проходит, День православной молодежи. Такие есть события, которые нас объединяют, не разъединяют, объединяют. И дает больше позитива и больше не только материальных благ, но и духовных.